Поднялась дружина великая защищать древний род, землю русскую. Засвистели в степи стрелы острые, засверкали булаты тяжелые, заблестели шеломы железные, зазвенели кольчуги плетеные, на щитах коловрат, ясно солнышко. Так масштабно победу русского воинства над ордынцами в селе Глебово-Городище празднуют вот уже 20 лет. А начиная с 2012 года межрегиональный военно-исторический фестиваль «Победа в битве на Воже» включен в перечень особо важных военно-патриотических мероприятий России. Основную программу праздника обычно меняют не сильно. На этот раз гостей вначале будет ждать выставка вооружения и техники ВДВ. Десантная техника и вооружение на технике, там пушки, пулеметы. Будут тактика, технические характеристики расписаны, будут объяснять, рассказывать, можно будет фотографироваться, можно зайти, посмотреть, ну, что, чего и как. То есть это будет при входе. Там площадка смотровая, мы сегодня определили это место вместе с теми организаторами, кто там занимается, и представителем десантного нашего училища. Кроме того, в этот день проведут крестный ход и литию во славу русского воинства. Само же представление снова будет масштабным и по числу участников, и по числу зрителей. Организаторы ожидают приезда до 12 тысяч человек. Все побросав, орда бежала, оставив юрты и шатры. Будет в этом году у битвы на Воже особый подтекст. Учитывая проведение специальной военной операции, посыл фестиваля будет категоричен. Все направлено на том, чтобы победа будет за нами. В нынешней специальной такой сложившейся сложной ситуации, когда это специальная военная операция, и наш народ, особенно и школьники, которые много что делают, отправляют благотворительную помощь, различные коллективы предприятия и непосредственно армия. Солдаты, а мы все солдаты, от рядового до генерала, солдаты нашей Родины. Будем делать и делаем. А сегодняшнее мероприятие именно посвящено тому, чтобы мы победили. Победа будет за нами, враг будет разбит. В ближайшую субботу к месту проведения фестиваля «Победа в битве на Воже» будет курсировать специальный микроавтобус. С площади Привокзальная города Рыбное до села Глебово-Городище в 10.00, 10.30 и 11.00. Обратный маршрут начиная с 14 часов. В Рязани точка сбора бывший магазин «Декатлон». Всех любителей исторической реконструкции будут ждать с 10 утра.